Всем привет, ребята! С вами распаковочка упаковочки. На дворе у нас 26 октября 2023 года, и сегодня мы будем распаковывать посылочки с сайта Озон. Ну, точнее, не посылочки, ну, а с другой стороны, да, коробочки, посылочки. Вот, будем все это с вами распаковывать, пакетики наши, потому что уже коробочки как таковые не приходят, да? Вот, приходят вот такие вот все товары, которые вы заказали, но они приходят без всего. Хорошо, если какой-то пакетик вам положит, уже называется «спасибо большое», «спасибо огромное». Вот, а пакетики идут платно, 5 рублей штучка. И там уж какие повезет, или маленькие, или средние, или большие. Называется «что будет на пункте выдачи», то вам и выдадут, соответственно. Это вообще, конечно, тоже нонсенс, там не пишут, какого размера пакет. Ну ладно, это как бы не тема этого ролика, это отдельная тема, такая больше, знаете, вопрос риторический, поэтому ладно. Но если вот по чесноку, да, совсем уж прям маленьких не было, это только когда на выбор были, то есть, а какие там были, 3 или 2? Ну, короче, когда был выбор, да, то можно было самим выбрать там большие, маленькие или средние, вот, какой вы хотите. А сейчас они выдают средние, и как бы как такового выбора нет. Не знаю, везде так или нет, напишите, пожалуйста. Та-дам! Вот я все выложила, но это, скажем сразу, да, не все, не абсолютно все. Но это то, что было вот в этих двух пакетиках у меня. Остальное это, наверное, я так думаю, духи. Я их просто тестировала, честно сказать, я их не хотела доставать сначала. Хотела вот в общем заказе все снять и уже потом протестировать, сказать вам, как они вообще. Вот. Потом родилась идея поносить их немножко, потестировать и уже снять отдельный ролик. Ну, как бы отдельный ролик у меня планировался, ну, не прямо-таки сразу, но почти что сразу я поняла, что я буду делать отдельный ролик, но все-таки хотела показать вам духи вот в этой общей посылке, в пакетиках этих, точнее, вот. Но все пошло так, как пошло, и, наверное, просто вот покажу эту часть. А духи уже будут показаны в следующих роликах. Я надеюсь, вы меня поймете. Как вы уже, наверное, заметили, здесь какое-то вот буйство такого фиолетового оттенка, буйство красок от темно-зеленых до темно-фиолетовых и светло-фиолетовых, да. Иногда получается оформить посылку именно в каких-то таких вот определенных цветах. Хотя как таковой цели, я не знаю, в этом, не знаю, задумывалась я об этом, не задумывалась. Но как-то так само оно получается, а может быть и не само. Ну ладно, сейчас не об этом. Короче, раз на раз не приходится. Но то, что я хотела фиолетовую рамку, это да, это было, ну, в процессе заказа я уже поняла, что я хочу именно фиолетовую рамочку, да. Вот, а что касается выбора пряжи, то я думала, какой оттенок, и когда обнаружила там где-то в каком-то там, не знаю, 600-м отзыве, да, такой оттеночек. Кстати, сейчас на Озоне очень сложно из-за того, что они ввели вот эти еще видеоотзывы, отыскать какие-то фотографии очень сложно. Конечно, есть и плюсы, и минусы с этими видеоотзывами, ну, кроме фотоотзывов, но все равно они построили их таким каким-то нелогичным образом, что, ну, сложно, короче. Когда тебе именно нужен фотоотзыв? Короче, чтоб его найти. Надеюсь, вы меня понимаете. Так, если у вас вопросы, что это тут мелькает, это я просто все сняла со стиралки, у меня сейчас стирается белье, вот, сняла. И тут тоже, видите, лаванда вот эта вот, один из гелек я вам показывала, тоже покупала. Вот, это лаванда от кафе Мими, там лаванда и, этот, по-моему, персик, такой странный аромат. Ну ладно, обо всем об этом попозже, сейчас Озон. Ну и все, рассказала, все показала, да, в общем плане своем, что, да, что происходит. Я имела в виду, что на первом плане мы все равно видим здесь что? Календарик, правильно, календарик на 2024 год. Такое я хотела купить Станиславу тоже, или вот этот вот себе, как бы, то есть если этот поставлю Станиславу, да, на столик, то и мне тоже такой же. Я хотела именно прям одинаковый нам купить, ну, как я, в принципе, всегда это делаю. Вот, но, как я и чувствовала, моя интуиция мне подсказала верно, что... Даш, ты купишь календарик, но это я уже потом, конечно, поняла, но все-таки интуиция меня к этому подвела потом, когда я сделала заказ, что, Даш, ты, конечно, купишь календарик, да, вот он последний, он действительно был последний, я не могла второй купить сразу, а потом-то, может, его не быть в наличии, ну, в принципе, так и оказалось, ребят, все раскупили уже, все уже прознали люди. Скажу я вам, это такое дело, искать именно тот календарик, который вам нужен, на тот год, который вам нужен, и, соответственно, по тем позициям и ценам, которые вам нужны. Но что-то, да, я обнаружила. Тут я повернула, такая думаю, может быть, я ошиблась с годом.
Да нет, вроде не ошиблась, это просто следующие они напечатали. Это я, ребятки, так ненавязчиво показываю, что даже тот освежающий тоник, который я взяла в какой уже, наверное, сотый раз, да, и показываю его вам тоже в тысячный. В общем, тоник от этой, от компании Лаборатория, ну, я ее так зову, Лаборатория Николь. В общем, он тоже в этих же тонах оформлен, фиолетовых и немножко таких зеленоватых. Да, и заставка у этой, как его, у рамочки тоже. Да и тут, в принципе, да, у нашей пехорки. Тоник у нас в пупырке, я его отложу отдельно. Называется «Останется время, я его покажу». Ну, я, в принципе, часто его показываю, так что пока что, думаю, не так срочно, не так важно, да. Данный корректор я уже показывал, но, в принципе, не так часто, как тоник, поэтому покажу его еще раз. Надеюсь, называется, что я ничего не перепутала, и это именно тот корректор, который мне и был нужен. Надеюсь, что тот заказала. В общем, по крайней мере, вот пришло ко мне вот это вот чудо от Brauberg. Классический корректор 9 мл. Короче, кто смотрел все мои ролики и помнит, какой я корректор показывала, если они совпадают, значит, это именно то. По крайней мере, из какого-то я заказа, то есть я в истории заказа взяла корректор из какого-то заказа. Поэтому у меня процентов на 90, что это именно тот и есть. Сохранилась надежда, что это именно тот и есть. Если честно, то это, наверное, третий раз, когда я хочу наконец-то уже купить этот корректор, потому что у меня все время какой-то страх, что у меня тот закончится, а чем же мне пользоваться, если закончится тот. Хотя у меня еще были те, которые я покупала до Брауберга, вот этого вот. И, в принципе, ими можно воспользоваться, просто результат будет не такой шикарный, как вот от этого. Ну вот, видите, настал этот день, и я все-таки купила еще один Брауберг. Та-дам! Ребята, я уже распаковала, пришел вот такой вот замечательный ежедневник. Конечно, он не в идеальном состоянии, но почти что. Не знаю, будет видно, не будет видно, что с ним чуть-чуть не так. Вот. Вот такие вот полосы. Вот, полосы. Понятное дело, кому-то все равно будет, кому придут такие ежедневнички, да, подобного вида. Ну, мне как бы в данном случае мне немножечко, да, тоже все равно. Но вообще. Мне не все равно, вот абсолютно, от слова совсем. Я уже поняла, для чего я его взяла. То есть, ну, как бы я изначально понимала, что мне такие вещи... Короче, ежедневники я очень люблю, вы, наверное, уже это поняли. Но когда я заказывала, я не знала, куда именно он мне пригодится, а теперь я поняла, когда вот только-только его открыла, такая, все, я поняла, для чего. Называется «Хочу показать ровно», но ровно как-то не особо получается, ну да ладно. Короче, как дело было? Как было дело? Раньше можно было купить... Короче, я рассказывала вам об акции, где можно было за небольшую сумму, там, 99 рублей, купить хороший ежедневничек, прям такой вот а-ля кожа, ну, в кожаной оболочке. Обложке, то есть, господи. Сейчас эта акция куда-то, видимо, быстро испарилась, но оно и понятно. Поэтому, когда я обнаружила данный вариант и еще там один, я просто думала, какие взять. Мне кажется, это все под одной эгидой от одной марки было. И я такая, хотела бы взять два, но думаю, ладно, не, возьму один все-таки, потому что у меня есть еще ежедневнички уже купленные. На данной акция тоже была, просто, наверное, не супер такая выгодная, как была та, про которую я рассказывала до этого. Но все равно цена, ну, как бы достойная, то есть, ну, не такая дорогая, как обычно бывает. Так что да, так что спасибо большое, ну и Озону, и вот данной фирме, да, по-моему, это BG у нас, да? Да, и тут, смотрите, они пишут 352 страницы, супер. Я люблю именно такие толстячки, когда, знаете, можно прям много позаписывать. Мне понравился стиль этого ежедневничка, ну, как вы видели, я уже, наверное, 100 раз показывала, но еще раз покажу. Вот, и еще мне понравилось, что здесь написано. Тоже такая распространенная фраза, но все равно, знаете, так мило. Don't judge a book by its cover. То есть не судите книги, ну, не судите о книге по ее обложке. Вот. Короче, все отлично, все хорошо, и мы переходим. Ой. Когда приближаюсь, он делает желтый свет. Я это не люблю. Короче, все хорошо в этом ежедневничке. Ну, есть какие-то там, да, минусики, но это ладно. Переходим быстренько к календарику. Вот такой вот он от Хатбер. Маленький он, как это называется? Календарь-домик. Вот они пишут календарь-домик.
Так, ну до этого быстренько покажу фоторамку. Вот такая вот это на 10 на 15. В принципе, такую же салатовую я уже брала. И все вроде ок. Так что могу, может быть, даже и посоветовать. Почему бы и нет? Просто надо понимать, что здесь вроде как не стекло. Да, по-моему, здесь тоже. Конечно, это не те уже рамки, которые были давным-давным-давно, да. Но так как это пластик, и они заявляют, что это пластик, все, в принципе, соответствует. Так что спасибо им большое хотя бы и за это, что есть такой товар. Потому что иногда даже такого, ну, такое отыскать сложно. Раньше, помните, и такие сякие рамки, и тяжелые, прям такие тяжеловесы, да, и какие-то средние, и с резьбой такой, или как она называется, да, и с сякой. Ну, короче, а сейчас особо даже выбора-то не из чего. Ну, короче, определиться сложно, потому что и выбирать-то не из чего. А если есть из чего, то приходит там какой-то вообще жесть. Короче, варианты приходят. Ох, отзывы там только так, одни минусы. И причем все это разбитое, поломанное, ничего. Ну, блин, и стоит это, главное, стоит таких деньжищ, ребятки. Ой, так что аккуратно, аккуратно выбирайте рамочки, потому что сейчас, конечно, да, с ними что-то, ой-ой-ой, как все не очень хорошо. Так, ну и по поводу пряжи тоже быстренько покажу. Пехорочка, вот такая вот, пехорка она называется. Спасибо той девушке, которая оставила отзыв. Это у нас 840, я так понимаю, да, фиалка. Вот фиалка, очень красивый цвет, нежно такой лавандовый. Ну, хотя, с другой стороны, я сейчас вам скажу, вы скажете, пришел не тот цвет. Ну, короче, этот цвет такой вот фиолетовый, но он даже в сирень как-то уходит. То есть камера его передает даже посветлее, чем он есть. Моточек, конечно, пришел маленький. Я ожидала, что он будет, мягко говоря, побольше. Но, с другой стороны, если вы во всем этом разбираетесь, вам не проблема, да, вот эти вот прочитать все описания и понять, что именно к вам придет. Вот если вы новичок, как я, то да. Да, оттенок определить сложно, потому что камера его передает по-другому. Здесь она вообще в синий его показывает, ну, в синий уклон. Ну, если бы я описывала, я бы сказала, что это сиреневый оттенок, не темный, а какой-то вот такой средний. Не светлый, не темный. Похож именно на вот эту вот летнюю сирень, да? Летняя сирень. В общем, я не знаю, просто сирень такая классическая. Классическая версия сирени. Здесь пришло 5 моточков, в принципе, столько же, сколько я и заказывала. Так и выгоднее, и дешевле. Я знаю, что есть какие-то такие вот маркеты, где еще можно, наверное, выгоднее, да, заказать там или вместе всем собраться и купить. Ну, я решила уж, ладно, здесь закажу, потому что... Ну, вот потому что... А, да, последнее, что хотела сказать по поводу пехорочки. Это то, что моточки все-таки среднего размера. Они небольшие, не маленькие. Ну, просто мне приходил как-то моточек, не знаю, от них же, не от них. Ну, фирму я имею в виду. И я брала как-то моточек, и он, по-моему, был прям маленький, вот прям вообще малыш. Здесь же моточки, наверное, в высоту 14-15 сантиметров. Ну, это я так, конечно, на глаз говорю, не знаю, сколько точно. Так, ну и, как говорил, у нас остался календарик. Называется она сладкая, да? Буду, ребятки, вот так вот листать, а потом с той стороны. Потому что, видите, они опять печатают с двух сторон. Ну, я как бы это знала, но все же, мне это просто не нравится. Когда так делают? Ну, сейчас все так делают, короче. Поэтому, называется, удивляться не приходится. Честно, календарик выглядит лучше, чем я себе его, ну, в голове рисовала, скажем так. Так что спасибо им за это большое. Не, он правда шикарный, учитывая его цену, размерчик. Все, короче, все очень и очень шикарно. Хоть бы второй такой прикупить, знаете? Вот такие вот мысли у меня. Называется, ну где уж, наверное, и не поступят в поставку больше. Та-дам, такой прикол. Декабрь, он вообще на картоне расположился. То есть тут не как листочки вот эти вот до этого месяца, да? А именно на картоне. Декабрю повезло больше всех. Рука трясется, сори, ребят. Вау. Календарик шик. Учитывая еще то, что я обожаю всяких драконов, динозавров и все такое, всю такую тематику. Так что мне нравится, что наступающий будет годом дракона. Как вам, ребята, нравится такая тематика или нет? Называется, мы же все разные, кому-то нравится, кому-то нет. Такие дела. Ну и теперь, если успею, по месяцам покажу. По месяцам, месяцам. Ну, короче, вы поняли. Тут все иллюстрации бомбические. Да, кстати, обязательно заходите на мой новый ролик.
там я показываю календарь на 2023, пусть уже практически завершенный, да, но все же. Называется, наконец-то я выпустила этот ролик, я просто сама очень рада. Там подробное описание календаря. Да, вот такой вот календарик.